Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Штребух. Здравствуйте, ребятушечки, с вами Влад Штребух, расхититель помойки. Сегодня я вам покажу, как прожить голодающему человеку, потому что я проголодовался. Вы послушайте, как мой репит-животик урчит. Поэтому я знаю, где поживиться. Сейчас я извлеку все самое вкусное из одного мусорного бака, и мы узнаем, чем там можно поживиться. Я сегодня запасся с вот этим пакетом, я пойду на помоечку. В нем, вы посмотрите, что я взял, полисорб. Вот. Надо будет вкинуться, чтобы не травануться и не откинуть педали. Также взял туалетную бумагу, стаканчики и ложки с вилочками. Ну и дезинфекция, вот это антисептик для рук. Сейчас я разорву данную кормилицу. И очень хочется мне в ней сытно поживиться, потому что я реально проголодовался. И прямо здесь, не отходя от кассы, я продегустирую всю еду, которую найду вот в этом мусорном баке. Вот эта помоечка, ребятки, вы посмотрите, какая она сытная. Это сытная кормилица, это моя коровка доильная. Сейчас я ее сдаю. Диванчик, кстати, посмотрите, какой стоит. Я его буду использовать вместо стола. Именно на этот диван я выложу всю съедобную эту еду, которую найду в этом мусорном баке. Нифига себе, ловкоцакели нормальные, ботиночки. Правда, они мокрые, походу их обоссали. Вот на этот стол, ребятки, я разложу всю еду. И мы посмотрим. Как сытно кормит один мусорный бак. А вы не хотите с нами? Для чего? Покушать. Может, мы сейчас что-нибудь найдем. Ребятушечки, я одеваю вот эти перчаточки. Они мне идеально подходят под мой стиль сегодняшний, потому что я сегодня солидный, очень стильный, потому что я успешный, ребятки. А успешные люди ужинают вовсе не в ресторане, а за рестораном. Я вот нашел какой-то пояс, волосы задолбали в голову лезть. Я сейчас его как Наруто использовать буду вместо вот этой вот штуки. Потому что волосы залетают в глаза, я нихера не вижу вообще. Во, вот это уже другое дело у ребятушечки. Понеслась. Я разорву эту помойку, ребята. Я вам зуб даю последний, как гиена. О, зонтик. Ну это такое, это несъедобно. Мне сегодня не интересуют меня вот эти всякие айфоны. Я хочу плотненько поужинать и похавать сытно. Опа! Very nice, ребятушечки. Это блинчик. Но он, видите, засыпан всякими вот этими вот, ну, как бы это, ну, это от кофе, тут волосня. Вот это я кушать что-то не особо желаю. Вот, тут еще и вот презервуар. Ребятушечки, ну, это сгущеночка на блинчик. Жаль, что это... Не настоящая сметана была. О, это штанишки проперженные. Какие-то битые стекла. Очень опасно. Можно руки порезать. Не вздумайте, конечно, за мной повторять, потому что это очень опасно. О, арбузик! Арбузис! Арбузис, ребята. Блин, он плесневелый. Не, это вот просраться можно стабильно от такого. Опа! О-о! Конфетки! Stupid motherfucker! Оу, yes, шоколадные. А, нет, ребятки, они мясные. Они с червячками. Вон они, смотрите. Видите вот эти присыпки? Там червячки. Эти конфеты с мясом. Но я отложу их все равно. А то вдруг я тут вообще ничего не найду. Хоть мясных конфет поем, ну а что делать? Ой-ой-ой-ой, вот это уже да. Печенюшечка Орео, ребятки. В количестве одна штучка, еще разные печенюшечки. Вот это печенье вроде бы вообще диетическое. Ну и тут со всякими начиночками, обалдеть. Вот это ништяк. Вот это мне на десерт, ребятки. А вот это давайте вот тут посмотрим. Ой, чупа-чупсикчик. Это мне на пососать, ребятки, чупа-чупсик. Когда пошла на маникюр шаверма с шампанским и встретила чуваков у мусорки, и это стало очень интересно. Ты можешь похавать по пути еще приобуться. Ребятушечки, тут еще цукаты есть, посмотрите какие. Ля, сладенькие, вот это норма. Так, слушайте, да тут целый пакет, походу, со съедобным всем, давайте смотреть. Так, пастила. Это что такое пастила? Яблочная классическая пастила какая-то.
Я вообще такое не знаю, никогда не знал. Что такое пастила? А, это пирожное сладенькое. Это десертное пирожное. Тут что-то очень много сладкого. Вот какие-то орешки с этими фундуками там, или это клопы на них насыпаны, я не знаю. Ну, печенье вот. Тут тупо пакет вот со всем вкусничками, с вкусняхами. Печенюшечки, еще печенье, вот еще Орео рассыпанное, еще чупа-чупс. А в этом пакете что такое? Фу, оно воняет этими спермиками. Тут походу... А, это грибы так пахнут, ребятки. Грибы вот так пахнут. Кто-то в грибы, по грибы ходил. Ну и тут Орео россыпью вот так. Но его я брать не буду, потому что у меня там печенья уже хватает. Ого! Ох, арахис, какао! Ух, вот это вкусняха! Вот это посмотрите! Вот это интересно! Так, ну все, в ребятушечке. Надо искать уже что-то мясное. Сытные памперсы – это классика. Ну, типа на помойках – это обычное дело. Опа! Oh my wearable. Stupid geist. Щит. Стекла здесь очень опасно. Вот еще битое стекло. Вот под этим стеклом по-любому пакеты с хавчиком, ребят. О-хо! Чехол под мой телефон. Правда, голубой цвет я не одобряю, брать его не буду. Опа! Ох! Ребята, это знаете, откуда выкинули? Из шавермы. Здесь объедки, недоеденные шавермы. Вот картошечка. Вот она. Вот картошечка, ребят, сыпется. А ну-ка. Ну, пахнет картохой, чё, почему бы и нет? Нормальная тема. Я думаю, вот этот пакет надо вот так вот откинуть. Я потом из него все съем, все, что там будет вкусное. Ой-ой-ой-ой-ой, тут коробка от этих AirPods или что это? Это Apple Watch, ребятушечки, вот он. Был здесь когда-то. Чё? Да, это я. Подписчик. Ты мой подписчик? Да. Это прекрасно. Всем привет. Все подписывайтесь на канал его обязательно. У него крутые ролики. Я тупо вот фоткаюсь с ребятушечками, как орел, ребятки, на помоечке вот. Кстати, буду рыть максимально глубоко, чтобы извлечь максимальный профит из этой помойки. Вот какой-то хлеб, но он, блин, вот такой открытый, это есть очень опасно. Я думаю, я тут найду нормальной еды, и мне хватит на то, чтобы наесться. Опа, арбуза куски, арбуза куски. Мне еще, кстати, попить надо найти, потому что этот полисорб, который я взял, чтобы не травануться, его же надо чем-то запить. Ребятушечки, ну где же еда, я не пойму вообще. Где она? Яблочко, кстати. Ну вот это более-менее нормально, его протереть и можно хавать. Яблочко возьму. О, вот и водичка. Обалдеть, минеральная. Липецкий бювет. Минеральный. Обалденно. Что тут еще? Ой, йогурт! Ребят, фруате! Йогурт, клубника, киви. Ну, есть! Чуть-чуть мой это слобода, шашлычный кетчуп. Обалдеть! А тут что, кофе что ли? А, не, нету тут. Тут чуть-чуть паштета какого-то. Паштетик, ребятки, на хлеб да это паштет. Печеночный. Я с утра вообще ничего не ел, а сейчас уже день. Я специально не хавал, чтобы насытиться с помоечки, ребятки. О, кошелек. Кошелек. А что тут? Нифига он здоровый. Zara Man. О. О. Целый пакет яблочек. Ребят, сколько яблок много. Есть, конечно, подгнившие, но так яблоками запахло. Я там еще воду находил, я их помою и буду хавать. Балдеж, витамины. Помойка дарит витаминный комплекс. О, Макдональдс, KFC. Тут могут быть крылья. Я очень люблю крылья. Если они там будут, ребят, лепите лайк. Крыльев тут, к сожалению, не оказалось. Одни кости.
Блин, их пообъедали. Но на косточках есть хрящички вот эти вот. И я когда-то, очень давно, когда хавать хотел, вот такие хрящички кушал за милую душу. О, каска из арбуза. Кстати, его тут можно повыедать. Да, у меня ложка как раз есть. Арбузиста можно повыедать. Тут еще осталось немножко. Положу в пакетик, чтобы он тут не запылился в помоечке. Фу, тут тухлая капуста, ребят. Капец она несет от нее, воняет дохляком. Жесть. Она желтая такая, фу. Тут какой-то сандалет. Old Venture бренд. Нифига тут дыра, ребят. Охренеть. Вы видели такое хоть раз, чтобы так обувь носили? Чтобы дыра вот такая боковая была. Смотрите, какая вентиляция мощнейшая. Это называется тюнинг. Тюнинг кастом с обуви. О, хлебушка чуть-чуть, пару кусочков. Чисто это горбушечка, ребятки. Ну вот жопка хлебная. Вот это взять можно. У меня ж там кетчуп, я что-то нашел. С кетчупом можно похавать. О, полотенце, кстати, вот. Протереть что-нибудь. Нормальное, чистое. Сейчас хавать буду это с полотенечком. Ну, что-то мне в обувь попало. А вот тут вот пакеты вроде не разорванные. Ну, какая-то булка. А, ну это, блин, цвелой хлеб. Он просто зацвел. Видели хоть раз такое, ребятушечки? Когда хлеба цветут. Да. Ладно, я сейчас соберу. Ну ладно. Мы тут соберу. Я понял. Коробки берите. Вот. Вам коробка. Не надо. Ребятки, вы видели, что происходит? Еду мою всю высыпали вот туда. Дворник подошел, хотел коробку забрать, но он был не в курсе. Поэтому сейчас мне придется это все обратно собирать. Вот йогурт мой. Вот это кекчук. Вот это все. Он все рассыпал. Он все рассыпал, и яблоки куда-то улетели. Вот мои яблочки здесь. Куда он все выкинул, блин? А, вот арбузик. Арбузец вот. Туалетная бумага. Вот. Поляна накрывается, ребятки. А вот это я не знаю кто. Кто-то рядом поставил и все. Это мне не надо. Вот же вот этот пакетик у ребятушечки. Это с этой, с шавермы. Тут может есть сладенькие объедки. Картошечка тут я видел, недоеденная была. Вот кусочек шавермы. Сейчас надо понюхать, она скисла, нет? Ой-ой-ой, оно все скисло, ребят. Это б можно было продегустировать, похавать, но оно скисло. Кислятину-то я есть точно не буду, потому что очень опасно. Вот это кусочки шавермы. Это шаверма в пите. Вот это шаверма в лаваше. Объедочки. Ну да, все скисло. Видимо, этот мусор хранился у них пару дней, а потом они это выкинули. Это не свежак. Свежачка тут нету. Дилис. Classic Collection. Baby, very nice. Кайф. Пахнет офигенно. Ну что? Приступим к дегустации. Сейчас я вам покажу всю еду, которую я нашел в этой помойке. И мы убедимся, что помойка кормит и очень сильно насыщает и питает питательными элементами. Вы посмотрите. Правда, очень много сладкого, мясного почему-то мне не удалось найти в этой помоечке. Но все равно здесь и йогурт есть, и чупа-чупсик, и арахис в шоколаде, конфетки мясные с червячками, немножечко арбузика, яблочки. Печенюшечки. И даже есть неплохой мужской кошелек, портмоне. Ну и водичка. Я не зря взял с собой вот этот вот пакет. Вот он. Здесь есть полисорб, который я сейчас приму, чтобы не откинуть педали. Ведь мое очко, оно, как вы понимаете, может пострадать. Вот такая кружечка у меня еще есть, ребятушечки. Если, конечно, вы захотите, возможно, когда-то я начну их продавать. В эту кружечку я налью себе водички, также взял стаканчики, туалетную бумагу для моей жопки, потому что, ну, последствия могут быть печальными. Ну и, конечно же, ложечки, вилочки я тоже взял. Ребятки, волосы у меня, видите, как отросли. Я, кстати, прическу сменил. Поэтому они лезут мне в глаза. Я сейчас опять одену вот этот пояс Наруто, чтобы я мог хотя бы хоть что-то видеть.
Ух, ребятки, начну с полисорба, потому что можно дико просраться от этого еды и вот этой вот, да. Так, водичка, слава богу, была найдена, потому что если бы я эту воду не нашел бы и запить бы нечем было бы. Сейчас хавану полисорба, там вроде одна ложечка. Ребята, я вообще первый раз так полисорб хаваю, он как мука какая-то, смотрите какой. Ребятки, ну он аскорбиновый, он меня скорбит. Главное, чтобы он помог, чтобы я не просрался. А вода, кстати, с помоечки нормальная. Даже в ней ничего не плавает. Я что-то сразу и не проверил, так резко начал пить. Жопу положить даже не на что. Вот смотрите, что тут было найдено. Вот такой вот мотоцикл детский. Я думаю, на него и присяду. А нафиг он нужен? Я вот сюда на угол присяду. Я думаю, ребятушечки, надо приступить сперва к фруктикам, а потом мы перейдем к сладкому. Беру вот эту ложечку слегка пыльную, обдуваю ее, таким образом дезинфицирую, и беру вот этот арбузик. Его уже кто-то поел до меня, видите? Он чем-то даже засыпан, присыпан. Пацаны, не вздумайте повторять за нами, окей? А то можно помереть. Так, я вот тут вот сердцевинку поем, вот эту суперсочную, вот она, вот здесь она. Ой, вот она какая, нямсы, какая нямса, вкусненькая, наверное. Только там что-то вот вроде косточка или кусочек чего-то оранжевого или чего. Ну, пахнет арбузом, короче, ну, вроде нормально, арбуз. Балдеж, ребят, чистой воды кайф. Монать, он сочный. Обалденный. Вот это можно даже вместо воды использовать. Я уже пару ложек съел, ну и чувствую прилив адреналина, потому что следующая еда может быть, конечно, поопаснее. Этот, в принципе, арбуз вообще нормальный. Обалденно. Теперь, я думаю, надо арбузик хорошо закусывать печенюшками. Будет очень вкусно с печеньем его есть. Проверяем на наличие червячков, потому что печенюхи могут быть мясные. Надеюсь, тут их вроде бы нет, червячков. Но я против червячков ничего не имею, так как это белок, все-таки мясо тоже это. Ну, вроде печенье вообще нормальное, типа. Балдежное, оно такое песочное. Одобряю. Я забыл продезинфицировать руки, ребятки. А то я так все голыми руками это ем. Я только что в них помойки колупался в этих руках. И полотенце, думаете, для чего я отложил вот это вот? Для того, чтобы руки после дезинфекции вытереть им. Руки я-то продезинфицировал. Вот они, уже полностью чистые. Поэтому можно приступать к дегустации следующих продуктов. Сейчас у меня на очереди, я думаю, полетят вот эти вот йогурты. Смотрите, фрукты. Клубника, киви, йогурт, там осталось немножечко. Но я не знаю, какой он, кислый, не кислый, нормальный, ненормальный. Срок годности до 25.09. Сейчас вообще, какое число? 10. 10. 15 дней есть. А, еще 15 дней? Ну, короче, хавать можно, ребятушечки. Главное понять срок хранения. У меня кружка, кстати, грязная, забыл ее помыть. Поэтому буду использовать в кружке стаканчик. Ой, йогурт такой неплохой. Правда, там что-то плавает. Кусочек чего-то черненького. Но оно уже утонуло. О, да. Ваше здоровье. Кайф. Обалденный йогурт. Сказочный. Балдеж. Закушу вот этот йогурт вот этими вот печенюхами. Так, что это у нас тут? Это изготовитель Заворжовка, хлеб Россия. Интересно, на хлеб не похоже. Похоже на какие-то кексы, что ли. Ну, вот такое. А, он с плесенью. Видите? Плесневелые кексы. Очень опасные. Нет, плесень я не хочу есть. Вот еще один. Ну, на этом, кстати, нет плесени. Опасный.
Очень опасно такое есть, употреблять это опасно, можно просраться. Тогда я поем вот этих печенюшек, они-то точно должны быть нормальные. С йогуртом-то залетят со свистом. Пахнут какой-то пшеницей. Или молочной кашей. Не сладенькие, кайфовые. Вот это топовый сетап. Это очень сочетается. Вкусно, нереально. Заем еще, полирну этот йогурт вот этими арахисами, шоколадными шаричками с помоечки. Это у нас, знаете что? Арахис в кунжуте. Вот. Но я думаю, ему ничего не будет, он по-любому нормальный. Помойка, кстати, меня уже нормально так насыщает, но я чувствую то, что начинаю наедаться. Пахнет какой-то старой бабкой. Сладенький. Надо запить. Неплохо, неплохо. Пастилу вот эту вот. Я что-то про нее забыл. Она беливская. Яблочная классическая пастила. Дата изготовления 11 месяц 2020 года. Ой, чревато. Ой, чревато, опасно. Смотрите, тут заварной крем сгущеночный. Поэтому есть я это не буду. Это очень опасно. Вот сгущенка, от нее жесткое отравление. Хлебец, ребятушечки. Вот хоть это более-менее. Потому что это не сладкое. Хлеб, красная цена. Тут чисто корочка осталась. Ну вот она. Ну, плесени нет. Плесени нет. И это радует. Пахнет обычным хлебом. Возьму тогда вот этот. Кетчуп «Слобода» шашлычный. Там его немножечко, правда, осталось. Но все равно перекусить можно. This is very nice, ребятушечки, кайф. Ой, жалко, что колбаски не нашел. Можно было бы пару кусочечков сверху положить, и было бы вообще шикарно. Остренько. Сказка. Реально сказка. Даже и закусить нечем. Чупа-чуп сбери, соси. С этим кекчуком. Мясо где? Где мясо-то? Мяса нет. Арбузом придется заедать кекчук, ребятки. Ох. Я думаю, они вкусные. Орехис, арахис в шоколаде. Правда, засохший, видно, старый. Но я думаю, ничего страшного. Закину туда один и второй в рот. Не, ребята, зубы поломать можно этим арахисом, это 100%. Его надо отмачивать в воде, оттапливать, чтобы он размяк, потому что он дубовый, капец. Давайте тогда посмотрим вообще, до какого он года. Ну, в общем, годен он, до апреля 2021 года. Просрочен, наверное, месяцев уже на 5-6, там, или сколько, 4-5. Но дубовый дико. Видимо, его открыли и долго хранили вне вакуума. Вот так. Ой. Ну и на закусочку. Я дегустирую вот эти яблочки. Ведь они меня манят и лежат здесь. Они уже спеленькие, с помоечки. Вот такие, слегка битые. Вот это тут жопка чуть подбитая. Это надо, конечно же, ополоснуть. Для этого у меня есть вода с помоечки. Это очень радует, что помоечка порадовала водой. Сперва я сейчас свои руки помою, а потом яблоко. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
чистенькое. Теперь его, конечно же, надо протереть, а то оно мокрое. Видите, к сожалению, я на улице это все дегустирую, прям не отходя от кормилицы. Тут нет никаких условий, поэтому приходится использовать все то, что есть под рукой. Я думаю, яблочко уже чистенькое. Ну и полисорб, надеюсь, мне поможет. И я не занесу себе никакой стафилококк, ребятки, потому что вот еще раз вам напоминаю, что есть это очень опасно. Я профессионал, вы точно нет, и не вздумайте повторять. Кислятина, ребят. Яблоко дерьмо. Оно съедобное, но оно дико кислое, потому что питерское, скорее всего. Питере яблоки ни о чем. Но с учетом того, что я сюда пришел голодный, а уже насыщаюсь, меня это яблоко радует. По вкусу невкусно, но питает, в принципе, желудок набивается и норм. Ребята, я знаете, что думаю? Вот эти все яблоки, вот эти все вкусняхи сладкие, совершенно не то. Я мясо хочу, ребятки. А помойка все-таки мне мясо дала. А про это мясо я забыл. Вот. Вот эти конфетки-то. Посмотрите на них. Они очень старые, они древние. Вот в этих конфетах, видите, норки вот эти. И насрано вот это вот. Это не стружка никакая, это не хлеб. Это насрано, это говно червячиное. А червяки вот в этих дырочках сидят. А это, ребятушечки, мясо. Поэтому сейчас я буду их извлекать и смотреть на наличие сытных брюх. Вот вообще, червяки вот эти вот, они, не знаю даже, как выглядят. Сейчас посмотрим, есть ли они там. Это что же мясо? Это белок. Я не вижу. Червяков не вижу. Я хотел вам червей показать, но их там нету. Они, походу, конфеты поели и сбежали. Вот это я, наверное, зря. Но полисорб я же принял не просто так. Надо похавать мясо, потому что помойка это мясо не дала, вот только в виде червей. Вы готовы? Я да. Внутри хвостики червякчины не ползают, не торчат. Конфеты, в принципе, вкусные. Но мясо не ощущаю. Но хавать можно. В общем, как вы заметили, ребятушечки, помойка кормит. На одной помойке я неплохо так еды набрал. И тут этой еды бы мне хватило бы на целый день вообще спокойно. Яблоки эти можно пообрезать все. Они нормальные, типа. Но они просто кислые. Вот это, конечно, подгнившее, это надо выкинуть. Ну, а вот эти еще норм. Конфеты какие-то такие не очень мясные. Я не планировал есть червей, но похавал. Пастила очень опасная оказалась. Вот эти орешки дубовые, но съедобные. Чуть-чуть кетчупа вкусного. Был неплохой. Йогурт вообще залетел со свистом. Сейчас я его, кстати, допью. За ваше здоровье, ребятушки, и за мое очко. Ребятушечки, как вы заметили, за собой я все убрал. Здесь чистота и порядок, уже все наводят. Мне нужно только вот это забрать. Вот это я заберу. Вот это. Это топовая полочка для обуви большая. Она мне очень нужна. То есть сильно понадобится, да. Деду это надо. Как вы заметили, помойка очень кормит. Я, в принципе, неплохо перекусил. И это все я насобирал в одной помойке. Если хотите видеть больше подобных видосов, обязательно прожимайте Лукас за мой труд. И если вы заслужили этот контент, то пишите в комментариях, почему именно вы его заслужили. А я, ребятки, пойду навстречу судьбе и буду дальше расхищать помойки. Встретимся в следующем видео.